Давайте болеть, давайте переживать и надеяться, что все у Лалы получится. Браво! Очень эффектное упражнение. Ирина Александровна, я видела, выполняла вместе с, Лалой, да. Ну, справедливости ради, давай скажем о том, что как прекрасна музыка ей. Это да, идет фольклорная. Очень подходит. А какая разнообразная музыка. Предыдущая композиция с обручем у нее была под четвертую симфонию Чайковского. Я на самом деле первый раз это упражнение увидела в Инстаграме кусочек, и мне так захотелось посмотреть полностью всю постановку. Мне очень понравилось. Вот эта находка у